4 рабочих дня остается до празднования Дня Победы. План мероприятий уже составлен. В период с 8 по 12 мая на территории региона пройдет больше 2000 мероприятий. Подробнее о планах на этот период рассказали на тематической пресс-конференции. В городских и районных библиотеках пройдет акция «Читаем детям о войне». Школьники смогут встретиться с ветеранами и детьми войны. Первая встреча с читателями пройдет 6 мая в библиотеке имени Аксакова. 9 мая в 11 утра на Соборной площади пройдет традиционный парад с участием войск территориального гарнизона и творческих коллективов города. В 13:30 школяров сменят студенты и старшеклассники. Ребята проведут танцевальный флешмоб «Бал Победы». Поучаствовать пригласят ветеранов и детей войны. В 15:00 на главной сцене марафон выступлений продолжат театральные труппы. В 18:00 праздничную программу начнут творческие коллективы Центра народной культуры. В 8 вечера свое часовое выступление начнет ансамбль танца «Волга». А в 9 вечера на сцене выступят приглашенные артисты – группа «Ассорти». Завершатся гуляния фейерверком. Не обойдется и без традиционной и полюбившейся акции «Бессмертный полк». Народные шествия пройдут во всех районах области. В Ульяновске сбор участников запланирован в 14:00 на площади Ленина. Старт колонны в 3 часа. Народное шествие «Бессмертный полк» начнет свое движение по улице Спасской, по бульвару Пластова и далее от Центрального банка по улице Гончарова вниз до площади 30-летия Победы. В прошлом году в «Бессмертном полку» приняли участие 100 тысяч ульяновцев. Возможно, в этом году участников станет больше. Впервые в 2019 году во время движения колонны устроят акцию «Песни бессмертного полка». По замыслу организаторов, многотысячная колонна людей будет запевать известные песни военных лет, такие как «Священная война», «Землянка», «Катюша», «День Победы». Людям будут раздавать тексты песен, а внутри колонны распределят группы запевал. Анна Тищенко, Юрий Конихин, новости «Ульяновской правды».